Высокоскоростная магистраль Челябинск-Екатеринбург увеличит спрос на Кольцово, и строительство аэропорта мирового класса в Челябинске в таком случае не оправдано. С таким заявлением выступил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. На эти слова, конечно, тут же отреагировал губернатор Борис Дубровский. Цитата мэра Екатеринбурга была опубликована на официальном портале города. Отвечая на вопросы журналиста, Александр Высокинский высказался о строительстве ВСМ и отметил, что с ее появлением строить новый аэропорт в Челябинске бессмысленно. Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцова уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска при условии запуска ВСМ. Синергетический и агломерационный эффект от строительства ВСМ между городами Урала исчисляется даже не миллиардами, а триллионами рублей. Борис Дубровский тут же ответил мэру Екатеринбурга, который сомневается в необходимости нового аэропорта в Челябинске. А не надо завидовать. Мы долго и настойчиво добивались этого решения, выходили его ногами. Это здоровая конкуренция, которая будет стимулировать аэропорты предоставлять наилучшие условия по цене и качеству услуг. Мне кажется, такую возможность жители обеих областей, Челябинской и Свердловской, могут только приветствовать. Они ее заслужили. Глава региона также подчеркнул, строительство аэропорта мирового класса – вопрос решенный. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнителя по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта «Челябинск». В 2020 году городу принимать гостей саммитов ШОС и БРИКС. И взлетно-посадочная полоса должна быть готова принять президентские спецборты. Отметил Борис Дубровский и то, что наш аэропорт будет всесезонным и принимать самолеты в любую погоду. А Кольцово часто не может принимать рейсы из-за сильного тумана. И самолеты приходится сажать в Челябинске. Буквально вчера из-за погодных условий в столице Южного Урала приняли 10 самолетов из Екатеринбурга. Добавлю, что после поднявшейся шумихи Александр Высокинский сказал, что его слова вырваны из контекста, а на самом деле строительство аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС – это только плюс.